Приветствую всех. Меня зовут Алексей Кузнецов. Как обычно, в 13 часов краткий обзор ситуации на финансовом рынке. И я готов с вами поделиться тем, что сейчас вижу, и рассказать о том, что было в пятницу, ну и, естественно, о том, что нас может ожидать в самое ближайшее время. Большая просьба поставить плюсы, если меня хорошо видно и слышно, чтобы я смог начать уже сам обзор. Видео, звук, все в порядке? Ага, благодарю. Ну что ж, начну традиционно с пары евро-франк. Давайте с чуть более крупных графиков все это дело рассмотрим. Я хотел сказать о том, что в данной паре после вот, видите, январского жесткого падения и возврата наблюдается в целом такое слабое, но растущее движение. То есть евро укрепляется по отношению к франку. И, в общем-то, все возвращается к предыдущим ценовым уровням. Вот у нас, я, так сказать, показал, что есть более такой, ну, относительно хоть какой-то уровень, который там может стать опорой для цены. Видите, в месяцах я показал, что здесь хоть цены закрытия были. Но, конечно, сейчас мало предсказуемо движение вверх, потому что опоры, по сути дела, у цены как таковой здесь нет. Здесь просто было все время падение, космос, и чего здесь произойдет, одному Богу пока известно. Вот. Но если вот рассматривать графики, так сказать, уменьшаясь, то видно, что все равно восходящая тенденция есть. Более того, видите, она сначала больше походила на боковик, сейчас она стала немножко ускоряться, потом сейчас опять немножко замедляется. Вот видите, на уровне сопротивления бывшем там 1.09.60. И сейчас, по сути, цена последние дни, последние там неделю фактически застряла на одном и том же уровне. Вот. Ну вот, как видите, колеблется тут около него. В 4-часовом формате это видно. Но вот если 4 часа опять же включить, то видно, что тенденция предыдущая, она даже немножко стала, видите, ускоряться. То есть я специально таким веером нарисовал эти линии, соединяя соседние уровни поддержки. И это говорит о том, что вот это вот движение восходящее, ну, оно достаточно было таким энергичным. Что видно сейчас? Вот в пятницу на прошлой неделе, прям буквально в 20 часов началось нисходящее движение в данной паре, довольно-таки выраженное. С чем связано, если честно, непонятно для меня, да? И вот на данный момент сформировалась в часовом, опять же, формате фигура, вот как раз она сейчас только включилась, в 13 часов, фигура перевернутый флаг. Цель по данному флагу, так, сейчас я скажу, какая, это 45 пунктов примерно. Давайте посмотрим, где находится 45 пунктов от этой цены. Так, это 1.09.36. Ой, вот таким вот образом. 1.09.36. Вот. Это цель по данному перевернутому флагу вниз. Поэтому, видите, все включилось. Сейчас получена точка входа. Вот. Стоп-лосс в данном смысле ставится вот сюда, вот выше максимума, вот этого текущего. Вот. Вот что касается пары евро-франк. Даже несмотря на то, что, видите, все достаточно тут ускорялось, но, в общем-то, нередко такие вот достаточно длительные движения, они могут закончиться такой достаточно резким падением. Ну уж, не может быть, не исключительно совсем полным падением, но, по крайней мере, ощутимые коррекции по отношению к последнему вот этому движению. Тем более, смотрите, что хотя здесь, в общем-то, дивергенции, ну, как бы не наблюдались как таковые, да, в данном осцилляторе, что показано, что движущие силы все-таки еще присутствуют, но какая-то коррекция по отношению к этому движению может быть. Я бы не сказал, что пока полный разворот тут. Тут вроде не с чего им быть, полному развороту. Ну, кроме того, что если учесть, что тут довольно сильный уровень сопротивления. Вот, есть. Видите, я показал, что этот уровень сопротивления он присутствует, и цена пока на нем тут прыгает и не может его преодолеть. Но это, так сказать, в более крупном уже формате. Вот поэтому сейчас пока в данной паре, вот если для торговли внутри дня, есть перевернутый флаг, и вот цель по нему 1.09.36. Евро-доллар. Ситуация, в общем, довольно-таки интересно складывалось.
В пятницу я специально увеличил этот индикатор. Видно было, что движение восходящее, оно есть, но оно, видите, начинает затухать понемногу. И вот максимальная движущая сила была здесь. Сейчас вот последняя, возможно, волна вот этого движения. И, видите, сейчас был небольшой боковичок, потом такой как бы контрольный. Такое евро, кстати, часто любит делать периодически. Как бы контрольный такой выброс вверх. Вот. И после этого, так сказать, падение до уровня. Сейчас принципиальным будет являться пробитие уровня 1.1325, после чего я жду довольно-таки глубокой коррекции вниз в данной паре. Что касается прошлого, так сказать, пятничного моего обзора, я говорил о том, что здесь есть с одной стороны зона консолидации, с другой стороны ее же можно рассмотреть как восходящий канал. И по этому каналу, двойному вниз, когда он пробился как раз вот на момент обзора, все это произошло, целью был 1.1254. В конечном итоге зона консолидации здесь полностью вниз не отработала. Тут видите такое, я в общем-то, как сказать, всегда стараюсь, вот если есть такая ценовая палка, то есть такое очень жесткое движение цены, резкое такое, вот против него не торговать. Я об этом говорю всегда и как бы говорю еще раз. Поэтому максимум, что здесь можно было брать в данной ситуации, если можно ситуацию и так рассмотреть, максимум, что можно было брать, это как бы наименьшую цель из двух имеющихся. Поэтому 1.1254 была цель вполне приемлемая, если кто торговал здесь. Я тоже говорил, что торговать пока нежелательно там, до 17 числа, потому что очень много неопределенности. Вот из-за того, примут процентную ставку повышения ФРС или не примут. Вот заседание будет в четверг на этой неделе, и может быть рынки просто будут в боковике до этого. Ну вот видите, зона консолидации, она как таковая здесь не отработала, но зато прекрасно отработал, видите, двойной канал вниз, ведь точно, смотрите, прям раз, исполнилась цель, там с небольшим буквально зазором на спред, и все, в общем-то, все прекрасно. Потом все полетело вверх снова, но тем не менее цель отработала очень даже хорошо. Сейчас есть принципиальный уровень 1.1325, пробитие которого вниз будет означать, по крайней мере, вот разворот, я думаю, текущей тенденции. Учитывая, что волновая структура этой тенденции как будто бы уже завершается. То есть, в принципе, конечно, она маловатенькая, но в общем-то, как бы в общем и целом, возможно, конечно, еще небольшое движение вверх, в принципе, возможно, но как бы далеко не обязательно. Почему это уровень 1.1325 так принципиален? Ну, видно, что вот этот уровень уже служил сопротивлением для цены, потом цена его пробила, сейчас на него опустилась как на опору. И здесь два варианта, как всегда. Либо он пробьется вниз, и тогда цена действительно полетит вниз, либо цена от него отскочит вверх, и тогда мы продолжим восходящее движение. Тем более, что здесь, видите, есть такой как бы расширяющийся треугольник. И когда я замечал, треугольники такие возникают после пробития уровня, то чаще всего они приводят к продолжению движения как бы дальше, вверх, значит. Ну и тут может произойти то же самое. Но, в общем-то, это не, скажем так, ну, не факт, да, может и все еще привести к развороту. Поэтому я сейчас пока сделать прогнозов здесь не буду, до реакции, так сказать, участников рынка на уровень 1.1325. Реакция может быть следующей. Пробитие данного уровня в часовом формате. Вот, видите, либо отскок от него, опять же, в часовом формате вверх. Потому что в более мелком формате, например, 15-минутном, здесь ничего пока говорящего о развороте, да, вот текущих моментов, просто буквально нету. Вот именно поэтому я пока не предполагаю движение вверх в данной паре особенного-то. Вот надо смотреть, как поведет себя цена. В 15-минутном формате, как будто бы, видите, здесь была свеча поглощения от уровня. И это может быть говорящим признаком. Но пока еще одна свеча против довольно-таки резкого обратного движения. Ну, как сказать. Здесь, я думаю, 50/50 может быть и так, и эдак. В общем, ждем либо пробития, либо вылета, по крайней мере, выше вот в часовом именно формате, выше максимума вот предыдущей свечи. Вот. Видите, такое свеча типа молота здесь была. Если пробьет ее вверх, то я думаю, что движение будет все-таки разворотным. Если
пробьется уровень 1.13.25 вниз, значит, скорее всего, все-таки будут здесь, так сказать, продолжение вот текущего, начавшегося движения вниз. Видите, здесь все-таки в часе была свеча поглощения нисходящая. Это тоже, в общем-то, достаточно важно. Это было 10 часов утра, то есть, в общем, сигнал очень неплохой на разворот, учитывая как бы дивергенцию по текущему движению цены. Вот, пока я, в общем-то, пока принципиально я жду вниз движения. Вот, но пока это просто ожидание, да, я все-таки буду реагировать на такую вот, на пробитие данного уровня или отскок от него в часовом формате. Вот еще что мне вот это все напомнило. Я вот говорил, да, вот цена нередко себя бывает так ведет на вершинах, вот именно по евро-доллару почему-то замечал. Она пробивает уровень, образует зону консолидации, потом как бы такой ложный контрольный выброс последний вверх. Видите, свеча Марибозу здесь была. И потом полное поглощение. Вот такие вещи, вот на евро-долларе в частности, нередко приводят к разворотам, довольно выраженным разворотам в направлениях. Поэтому давайте смотреть, я пока тоже за данной ситуацией наблюдаю. Британский фунт, американский доллар. Вот в прошлый раз я сказал, что здесь может быть нисходящий канал, от которого я в большей степени ожидаю пробития вверх, нежели чем пробитие вниз. Потому что здесь вот как бы для пробития вниз в данном канале там, он косоватый, да, чтобы рассчитывать на продолжение. С одной стороны, и с другой стороны, смотрите, две вот этих вот резких таких вот ценовых палки, да, восходящих, которые делают очень опасным входы против них, то есть вниз. Поэтому вниз движения я и не ждал. Несмотря на то, что данный канал вроде пробился вниз, видите, тут попытался что-то сделать, потом в конечном итоге, смотрите, в 18 часов возникла свеча Марибозу, которая поглотила предыдущую, тоже такую ложную, нисходящую свечу, и движение пошло в восходящем направлении. Сейчас попросту она застряла в боковике, да? Хотя, если посмотреть на более крупный график, достигнуты были довольно-таки важные ценовые уровни сопротивления. Вот, видите, их здесь хорошо видно. Но вот до уровня 50% Фибоначчи, вот до 1.5492, который я обозначал, что часто бывает после таких вот мощных движений, откат до 50%, пока цена не дошла. Но вот, учитывая текущую там конфигурацию, может еще и дойдет. Боковик, видите, он как бы немножко тут полежит на боку цена и может дернуть кратковременно вверх, а потом откатит вниз. И как будет, сейчас пока сказать сложно. Единственное, что было не совсем понятно, с чем связана такая жесткая динамика по британскому фунту, восходящая там прошлой недели. Что там такое у них стряслось, что прям все так охотно стали покупать британский фунт против американского доллара. Ну, в общем, пока непонятно. Вот сейчас пока, видите, здесь фунт находится в боковике, и я пока не буду делать каких-либо прогнозов, учитывая, что пока здесь ни конфигураций отчетливых нету, которые сказали бы о движении цены, ни каких-то вот таких значимых, суперзначимых уровней или разворотных сигналов, ясных, которые тоже дали бы хоть какую-то информацию о дальнейшем поведении цены на этом уровне. Так, поэтому сейчас пока, может быть, знаете, что здесь можно сделать? Я бы даже сделал следующим образом. Вот в часовом формате, тест-стрелочку пока я убираю. Вот, ну, чего ж тут с ней. У нас остаются два уровня до сих пор. 1.5492. Вот, и уровень опоры, вот этот вот предыдущий, 1.5411. Цена сейчас находится между ними. Что здесь можно сделать, в принципе? Я вот так вот строю канал. Тем более, что видите, тут цена вполне красиво даже вписывается вот в такое восходящее канальное движение. И если, видите, еще этот уровень верхний не пробит, и если цена дернется вниз из этого канала, то вполне можно будет торговать двойной канал вниз от восходящего. Таким вот образом. То есть вот так вот раз, заключаем его сюда. И вниз цена идет.
То есть очень даже может быть такое развитие событий. Поэтому нужно смотреть, как бы в контексте того, что евро-доллар тоже может пойти вниз, видите, уже вроде даже как начал. И фунт-доллар тоже может пойти вниз, отработать двойной канал. Пока пробитие не произошло, я цели не ставлю, но цели где-то тоже примерно вот этот вот уровень. 1.54, наверное, будет вот так вот цель. Ну, давайте обозначим, чтобы тут где-то вот так. 1.54, может быть, 0.3, 1.54, там вот 0.5. Где-то вот примерно в этом районе. Однако, вот говорю, возможно и восходящее движение. Сейчас надо смотреть на то, как цена поведет себя относительно границ данного канала. Пока я больше здесь не вижу никаких иных поводов для покупки или для продаж. Доллар-франк. В целом, если посмотреть на более крупный график, мы имели восходящее движение, которое очень, так сказать, возможно, так сказать, близко к развороту. Но вот смотрите, цена застряла, опять же, на уровне, который наблюдался до этого. Видите, опять же, зона консолидации здесь. И здесь просто более широкая, но тоже зона консолидации. Трендовая линия была пробита. И вот в связи с этим возможно разворот. Но опять же, принципиальным здесь является уровень 0.9676, пробитие которого вниз будет означать все-таки разворот. Если он не пробьется, данный уровень, если она снова упадет вверх. Но вот здесь как бы зона боковика, я пока ее не торговал вверх. То есть, то это будет понятно только по пробитию вот этих вот, снова пробитию уровня 0.90, может быть, 0.97, 0.98. Вот пробитие этого уровня вверх будет означать уже движение вверх. Давайте вот так все-таки обозначу. 0.98. Тоже такое принципиальное. Вот пока цена находится между ними, возможно продолжение бокового движения. Если она пробьет один или другой вниз или, соответственно, вверх, то можно будет рассчитывать даже на какую-то здесь торговлю в данной паре. Пока неопределенность. Доллар, японская иена. Я говорил тогда, что вот двойной канал есть, что у него есть цель, которая не доработала. Рекомендовал выйти из данного канала. Ну и вот, как видите, в общем-то, мои прогнозы оправдались. Цена ушла в бок, даже с некоторой тенденцией к снижению. И поэтому я пока данную пару не рассматриваю там, с точки зрения торговли, потому что вот в 4-часовом формате здесь вообще смотреть даже нечего. Единственное, тут был сигнал, так сказать, вот на продажу, был треугольник. Но вот сейчас уже просто, почему я говорю, в него входить уже, в общем-то, ну, никак. В этот треугольник, потому что уже все практически, что могло, тут уже произошло. Видите, бывает такой ложный выброс вверх в данном треугольнике, и сразу же цена ушла вниз. То есть вот сигнал с данного уровня тоже можно принимать. Потому что вот тут совершенно очевидно, что был ложный такой вот выброс вверх. Вот. Кроме того, данный треугольник можно еще вот так вот провести. В таком случае у нас тоже ничего не нарушится. Смотрите, первая точка, вторая, третья точка. Ну вот не это, так вот это, четвертая. Тем более, что они на одном уровне, она просто дальше. Вот, видите, и выход вниз. Поэтому в данной паре у нас цель есть. Ну, как бы единственный только формат у нас остается час. Да? Цена уже туда вышла. Сейчас я обозначу данную цель. 119.95. Давайте 96 так, чтобы поточнее немножко быть. 119.96 цель по данному треугольнику. Сейчас может цена после пробития откорректироваться еще до уровня. Вот до этого чуть-чуть вверх, и потом опять пойти вниз. Вот тогда здесь, может быть, надо смотреть на формат 15-минутный. Если здесь где-то вот на этом уровне будет формироваться, так сказать, ну, мелкие, ну, не очень крупные такие свечи, сформируется дивергенция, может быть, по стохастическому осциллятору. Может быть, даже, ну, хотя бы он зайдет в экстремальную зону, образуется разворотная свечная модель, можно будет продавать данную пару с 15-минутки до уровня 119.96. Вот. Пока, то есть, формация здесь, которая хоть что-то может сказать, она в принципе есть. А вот в 4-часовом формате, смотрите, боковик.
с более крупного формата данную пару торговать, ну, попросту нельзя. То есть цели очень короткие. Вот, и с этими целями пока здесь особо тут не разгуляешься по протяженности движения. Кроме того, вот если смотрите, провести здесь линию поддержки по данному движению, то есть может быть даже движение чуть ниже даже в данной паре до 119.74. Так, провести я провел линию, ну и дальше надо смотреть, как будет она себя вести. То есть формат пока у нас 15-минутный. Смотрим, может быть, какая-то возможность будет отсюда там продать откуда-нибудь. Будет или не будет. Вообще, конечно, сейчас перед заседанием ФРС настолько распиаренные события, что, в общем-то, рынки вполне могут уйти в бок и ничего принципиального не показывать. А вот когда состоится заседание, решения по ставкам ФРС будут приняты. И я думаю, что с этого момента могут вполне... Ну, и даже должны развиться какие-то более понятные, более какие-то осознанные, адекватные, направленные движения цены. То есть где-то вот примерно так я вот мыслю данную ситуацию. То есть здесь пока я тоже не вижу ничего такого, что могло бы там послужить отчетливым сигналом для какого-то действия. То есть пока вот так вот, только от коррекции с целью 119.96. Австралийский доллар. В общем, как я и предполагал, нарисовал восходящий треугольник. Он пробился, так сказать, долго тут болтался, потом пробился вниз, потом, смотрите, снова пробился вверх, я стрелку нарисовал. И вот сейчас пока находится в прибыльной зоне 56 пунктов от точки входа. Вот с прошлой недели. Целью по-прежнему остается 0.7215. Вот ничего пока не говорит о том, что данное движение собирается разворачиваться. То есть, смотрите, сила движущей рынка нарастает. Вот пока в 4-часовом формате. В часовом формате, правда, вот последние движения происходят, видите, с определенной тут дивергенцией. Но дивергенция, конечно, эта штука сильная, бесспорно. Но... как бы более крупный формат пока, видите, нам не показывает никакой нисходящей динамики вообще. Поэтому я прогноз у меня пока на восходящее движение в данной паре. Вот. Ну, надо смотреть, опять же, в текущей неделе на принципиальные вот такие вот вещи. Вот есть уровень сопротивления максимальный здесь. А максимальная вот эта точка. Вот. И, по сути дела, есть вот уровень поддержки. Выход в ту или другую сторону может нам дать хоть какую-то информацию. Но в большей степени, конечно, если смотреть на более крупный формат, смотрите, уровень сопротивления был пробит ценой, а уровень довольно сильный. Видите, он сколько раз здесь соблюдался. Поэтому цена здесь и зависала. Был пробит. Сейчас, смотрите, цена к нему прям четко откатилась. Если вы будете внимательны, видите, вот эти уровни. Потыкалась в него цена, потыкалась, пробила, потом откатилась и сейчас опять собирается вверх. То есть вот здесь движение восходящее будет очень даже вероятно. И пробитие значения, сейчас я его обозначу, 0.7135, я думаю, что будет означать движение вверх в данной паре. То есть вот надо смотреть на положение цены относительно уровня 0.7135. Новозеландский доллар пока в неопределенности, строго говоря, потому что тут, видите, я нарисовал, что возможно образование восходящего треугольника. Но пока, видите, цена не больно-то куда-либо идет. Ну, давят, так сказать, низкие процентные ставки на данную пару. И, конечно же, какое-то восходящее движение здесь организовать крайне сложно, особенно после такого, вот, смотрите, отчаянного и длительного, кстати, достаточно падения. То есть вновь поверить в то, что новозеландский будет укрепляться, нет ни поводов, ни, так сказать, фундаментальных, ни технических. То есть никаких. Максимум какая-то не очень большая коррекция и только. Очень много сейчас связано с ситуацией как бы вокруг энергоносителей и полезных ископаемых. То есть сырьевые валюты сейчас находятся под серьезным давлением. В свете уже практически обещанного
Федеральным резервом повышение процентных ставок и укрепление доллара. Вот вопрос только когда. Не то чтобы будут ли они повышать ставку или не будут, а вопрос будут, но когда. Это может произойти уже 17 числа, то есть на днях. Это может произойти в конце данного года или в начале следующего. Ну, в общем-то, они пообещали, что ставки мы будем все равно повышать, поэтому чего тут говорить. Я думаю, что все сырьевые валюты находятся под давлением и будут находиться в ближайшее там, какое-то время. Просто на данных обещаниях. Ну, некоторый отскок, конечно, может быть, если ставку не, все-таки не повысят в сентябре. Вот, и поэтому вот сейчас они колеблются в боковике. Канадский доллар. Тоже смотрите, нас какое ожидание. До сих пор, то, что мы с вами говорили вот на прошлой неделе, цена никуда из этого сужающегося диапазона не вышла. Скоро вообще в нитку чувствуется вытянется. И видите, диапазон уменьшается. Уже вообще перестают торговать, как таковые. И может быть выстрел как вниз, так и вверх. Кстати говоря, то есть здесь тоже торговать сейчас пока нельзя. Кстати говоря, российский рубль сейчас по оценкам многих, так сказать, специалистов, находится в очень большой зависимости, опять же, от решения по процентным ставкам Федрезерва и от цен на энергоносители. Потому как вот это два ключевых таких вот события, которые могут внести, ну, скажем, больше ясности в взаимной стоимости там, рубля по отношению к другим валютам. И Россия, конечно же, как поставщик нефти прежде всего, да, она очень сильно зависит от цен на нефть. Если будет доллар расти, нефть, естественно, будет падать, ну и вместе с ней будет падать рубль. Вот. Ну и вот много факторов оказывает на рубль давление, и это видно совершенно отчетливо. Ну и вот видите, тоже сейчас канадский доллар в не меньшей степени находится под, вот этой, под этим прессингом цен на нефть. И видите, сейчас вроде как давно уже канадский доллар падал и продолжает пока падать. Но последнее там время немножко замедлил свое движение и стабилизировался. Причем стабилизировался, видите, в каком треугольнике отчетливо. Поэтому возможно, только лишь скажу так осторожно, возможно движение в данной паре вниз. Но это нам покажут вот эти четырехчасовые линии поддержки и сопротивления. Если посмотреть на золото, то смотрите, золото по-прежнему пыталось пробить уровень поддержки 1101, вот так вот. Но пока не может его пробить, и вот видите, колеблется около этого уровня. Пробитие уровня 1117.50 было достаточно энергичным, потом цена застряла, и вот сейчас колеблется последние дни около одного уровня. Могут быть два варианта развития событий. Вновь пробитие данного уровня 1100 вниз, и тогда мы полетим к уровню 1080 долларов за одну тройскую унцию. А может быть отскок вверх, и тогда будет движение по вот сейчас покажу, движение по двойной вершине. Вот у нас есть по двойной вершине уровень. И вот, двойное дно, конечно же. То есть может быть движение как вверх, так и вниз. Поэтому в этой связи я вот тут может быть треугольник, может быть двойное дно. Надо смотреть, как будут складываться события. Видите, доллар-рубль находится в таком сужающемся сейчас диапазоне, но тем не менее он стабилен пока. Опять же, образуется, может вернее образоваться фигура нисходящий треугольник на рубле. Евро-рубль может тоже образоваться фигура треугольник. Может да, может нет, надо смотреть.
по крайней мере, сопротивление уже есть. Вот. Надо смотреть, где будет линия поддержки проходить. То ли здесь, то ли еще где. И вот в связи с этим смотреть, что будет дальше. То есть я так пока от балды линию провел, но пока только от балды, потому что у данной линии поддержки нет пока второй точки, за которую можно было бы зацепиться. Есть только одна. Это я уж так предварительно просто привел. Здесь-то все точки есть, а вот в евро-долларе есть не все точки треугольника, поэтому его делать сейчас и рисовать не имеет большого смысла. Какие вопросы есть у вас? Напишите, пожалуйста, потому что, в принципе, мы можем что-то рассмотреть. Но вот видите, сейчас перед процентной ставкой Федрезерва все достаточно так сложно в плане анализа. Видите, опять же, здесь по часовому формату в новозеландце есть уровень сопротивления. Вот, и пока больше ничего. Можно ли здесь какую-то формацию построить? Вы знаете, нет, пожалуй, даже и нельзя. Ну, в общем, смотрите, по евро-франку, вот как я, в общем-то, и предполагал, разворачивается движение по перевернутому флагу. По евро-доллару возможно тоже движение нисходящее вниз. Ну, хотя бы вот до этих уровней, до уровня поддержки, там до 1.13. То есть, видите, такой уровень, да, довольно-таки он неплохо цену держал. 1.13, может быть, даже 1.1280, где-то до сюда возможно движение. Надо уже смотреть дальше, как будет. Тут повод для разворотных движений есть. Британский фунт. Смотрим, как ведет себя относительно канала вниз. То есть, возможно, тоже движение к 1.5403. Доллар-франк, ну, в общем-то, больше возможно движение вниз, но возможно движение вверх. Потому что, в принципе, здесь такая зона консолидации, зона консолидации – это такая штука очень неопределенная. То есть, в большей степени здесь, конечно, я пока наблюдение ограничусь. Доллар-иена, условно говоря, здесь есть зона консолидации, больше напоминающая треугольник. И здесь я бы, если и стал, например, продавать, то не раньше достижения вот этого значения, то есть уровня 120.37, потому что это уровень Фибоначчи и уровень, смотрите, поддержки или сопротивления. По австралийскому доллару в целом сохраняется возможность восходящего движения, в целом. Ну, надо смотреть, как сейчас цена себя на уровне поведет. Что-то уровень уж больно 0.7123 для нее оказался проблематичным. Видимо, что-то она тут билась, тут сейчас опять останавливается. Ну, вот пробьет, так пробьет. Нет, значит, соответственно, нет. Если пробьет, то выплывает как цель уровень 0.7215. Если не пробьет, ну, значит, это пойдет к уровню поддержки. Ну, и что касается новозеландского доллара, здесь тоже ожидание, и в канадском долларе тоже ожидание. В общем, вот такая вот информация. Так, спрашивают, евро-доллар снижается, какая вероятная цель на падение или это коррекция? Вы знаете, по поводу евро-доллара здесь сказать довольно сложно, потому что ведь вот это движение больше, конечно, походило на коррекционное, нежели чем на импульсное. Но иногда в последнее время я обращал внимание, что так могут развиваться и в самом начале импульсные движения. Видите, движение стало ускоряться. Тут сложно довольно ставить цели, потому что непонятно, где мы находимся. В коррекции или все-таки в импульсе. Поэтому, если брать более мелкие движения, то вот я пока поставил самую ближайшую цель 1.13. И пока дальше данной цели не рассчитываю, потому что может быть падение, потом коррекция, потом продолжение. Надо уже смотреть на вновь возникающие эти ценовые конфигурации. Что здесь будет, пока сказать довольно-таки сложно. Видите, только вот я строю линии поддержки. Вот, и относительно этих линий поддержки пока вот, видите, цена пробивает самую последнюю линию поддержки.
и может двинуться либо вот к этому уровню 1.13, либо вот к линии поддержки, которая тут тоже достаточно близко, типа 1.12.80. Ну, тут плюс-минус 20 пунктов. Дальше пока я здесь и не смотрю. Фунт австралиец просит. Давайте посмотрим фунт австралиец. Видите, здесь сейчас он пытается вроде опять пробить или... Да, кстати, вот в прошлый раз, видите, рисовал фигуру. Голова, плечи перевернутые. Видите, она тут отработала полностью. Вот сейчас. Что здесь сейчас есть? Сейчас пытаюсь понять, что здесь происходит. Смотрите, фунт австралиец очень-очень давно уже растет. До этого я говорил, что была целая череда белых свечей, такая затяжная прям череда, такое бывает. Потом, смотрите, это в итоге закончилось черной свечкой. Но вот такие движения, я говорил, что всегда вот что-то же цену тащил так долго вверх. Значит, вот эта коррекция, скорее всего, недолгая. Было еще кратковременное движение. Смотрите, сформировался додж, скажем, длинноногий рикша. И сейчас как раз от него пытается цена пробиться вниз от данного уровня. Это что касается недельного формата. То есть, возможно, здесь коррекция на этом движении. И сейчас... Пока здесь несколько, ну вот, даже в 4-часовом формате сказать трудно, что будет. В последнее время все большие такие, много дней последних были черные свечи. Мелкие, правда, достаточно, но тем не менее, смотрите, пятый день уже черная свеча. Вот, я думаю, что принципиальным в данном случае будет пробитие или не пробитие уровня 2.14.55. Вот это вот уровень. Пробьется вниз, значит, можно будет идти в канал нисходящий. Вот так примерно. Вот такой вот канал. Если не пробьется, ну, значит, надо смотреть, что будет дальше. То есть пока я тут иных возможностей, вариантов здесь не вижу в данной паре. Сказать, что тут что-то такое назревает. Ну, тоже, видите, ожидания и отсутствие такой отчетливой конфигурации. Думаю, что до заседания ФРС тут что-то принципиального вообще, в принципе, на рынке тут не будет. По евро-доллару до конца часа вообще говорить, по-моему, не о чем. Согласен. Фунт австралиец на часть треугольник. Подождите-ка, на часть треугольник. А, ну, кстати, да, может быть. Не сказать, что он такой какой-то, просто не в том масштабе посмотрел. Ну, да, может быть, кстати. Если вот так вот сделать. Угу. Может быть, да. Линии, конечно, у него вот это, видите, очень большой такой, вот как бы не, несколько несоразмерная здесь вот такая вот выход. Это какой-то межформатный треугольник. Видите, в 4-часовом формате как-то маловато. Он мог бы быть 4-часового формата. А вот для часа, видите, он все-таки, ну, как бы великоват для часового формата, потому что внутри вот этих штук есть колебания свои дополнительные. Вообще, по идее, в треугольниках колебаний дополнительных, ну, нежелательно иметь. И второе, что мне здесь в этом треугольнике не совсем нравится, несмотря на то, что, да, действительно, более мощная динамика, она вниз, не нравится то, что здесь вот столько времени проходило, тут короткий выброс и сразу же вниз. Хотя я не отрицаю, что здесь возможно, так сказать, формирование именно треугольника. С целью, вот как раз цель-то она и видна. Цель, уровень поддержки 2.14.55. Именно поэтому я сказал, что принципиальным является пробитие текущего уровня и вот возможно движение вниз данной паре. Ну, согласен, Юрий, согласен. Есть ли какие-то еще вопросы? Ну,
в общем, что ж, всем спасибо за участие в сегодняшнем семинаре. Напоминаю о том, что данные семинары я записываю и выкладываю сейчас на YouTube регулярно в разделе «Аналитика Форекс». Посмотрите на сайте alpari.ru, раздел «Alpari» в соцсетях и найдите там YouTube. И вот в разделе «Аналитика» сегодняшний мой семинар тоже будет. И напоминаю о том, что сегодня в 18:30 будет очень интересный семинар бесплатный на тему, как создать свою торговую систему из ваших каких-то соображений, из ваших идей, которые у вас есть на рынке. Как ее проверить, как сделать так, чтобы быть в ней уверенным. И вот об этом, обо всем будет разговор сегодня как раз на вечернем занятии в 18:30. Приглашаю всех. Спасибо всем за участие в семинаре еще раз. С вами был Алексей Кузнецов. До вечера.